пиццу большую одну. Давайте Цезарь. Вот Цезарь. Эту вот, вот эту вот. Цезарь. А детское меню дайте, пожалуйста. А я просто не буду большую пиццу по перроне заказывать, потому что мы ее не съедим. Я съем. Ну, не тёплый же он, Цезарь. Смотри, есть не тёплый, вот смотри, я тебе покажу здесь. Смотри, вот. Они даже дешевле, смотри. Вот они, молочные. Я пицца. И коктейль-то и не могут принести, потому что мне сказала, ты принесут с чем-то. И не здесь, а в этом магазине. А мы тоже мороженое с тобой сегодня едим? А что ты с макаронами пришла сюда? Кетчуп не идет, оказывается. Отдельно пробить? Огурчик? Нет, кетчуп. А, пробейте кетчуп. Ну, сколько там стоит кетчуп? 70 рублей. О, Господи, целую бутылку может кетчупа. Так, давай без кетчупа. Кетчуп. Давайте с кетчупом. Не все открыли. Настя, как тебе? Красиво? У них еще туда был проход. Смотрите, как березы растут. Красотень. Это как называется? Музей Станиславского? Вот это? Да, точно. Студия. Ты мне говорила, студия театрального искусства. Здесь все обучаются и обучали знаменитости. Вот в этом месте. Красиво как. Смотрите, березы. Я ведь иду на педикюр, маникюр. И застряла здесь. Ой, прелесть какая. Красота. И вечером это все освещается. Подсветка. Только вышла с салона, сделала себе маникюр, такой вот бледненький хороший маникюрчик, и сделала педикюр. Вообще, я хочу сказать, я спала, практически я засыпала, особенно когда стала делать педикюр. Конечно, меня так это все разморило, но вообще отдохнула хорошо. Отдохнул в этом салоне замечательно. Сегодня еще по плану у нас вечерняя ночная вылазка на Красную площадь. Сейчас скорее бегу до своих. И вечером, как только стемнеет, мы поедем на Красную площадь. Вот такие бурные выходные.